Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в приманочку на сервере Родина Ролиплей, Центральный Округ. Муник здесь Кирилл Путбулов, не забывайте вводить муник по регистрации. Ну что ж, сегодня у нас, в принципе, новая серичка, как всегда, и сегодня будет очень необычное видео. Ко мне в голову мою пришла очень классная идея, но очень опасная, и такого я вам не советую повторять. Итак, что я придумал? Я хочу заехать на вот этой машине, это полицейская Audi DPS, на военную базу. Каким образом? Как вы знаете, на черном рынке можно купить ключи от ворот и от машин. В машины я их не смогу сесть, но ворота я открою. Если вы наберете под этой серией много лайков, то в следующей серии я просто-напросто возьму, устроюсь в какую-то организацию, там, в ОПГ или мафию, потом куплю ключи, от военной базы куплю форму и украду танк. Поэтому, пацаны, все зависит только от вас. А в этой серии мы проберемся на вот этой машине на мою базу и покатаемся, будем троллить военных. Но перед этим нам нужно закупиться ремками, аптечками и масками. Ну что ж, погнали. Блин, оказывается, у меня забитый багажник ремками, канистрами. Ну давайте я еще одну канистру куплю и положу в багажник, чтобы у нас полностью был забитый багажник. И у нас есть даже патроны, наркотики, бронежилеты есть. Вот это уже интересно, пацаны. Так, ладно, давайте я сейчас, в принципе, куплю еще канистру. Потом зайду в аптеку, куплю аптечки, чтобы нас не так быстро убили. И еще броник, наверное, одену, и будет вообще заебись. Но главное, чтобы машина не ломалась. Мы все-таки на машине будем троллить военных. Так, вот я уже приехал на черный рынок. Буду вам, ну так, не сильно подробно показывать, но показывать, что я делаю вообще. Чтобы, может, кто-то попробовать захочет, но не советую так пробовать. Скорее всего, если администрация увидит, что я делаю, меня посадят до Морган, может, даже варенье дадут. Потому что, ну, это довольно-таки незаконно, что я буду делать. Но ключи нам нужно все-таки купить от военной базы. Так, продам, куплю. Так, нужны ключи от дверей банка. Нет, нам нужны ключи от ворота машин. 10 тысяч, все. Нам на это дается, получается, 3 тысячи. 500 секунд. Ну, я думаю, это нам вполне хватит. На самом деле, вот эту таблицу снизу, вот, можно было бы поменьше сделать, потому что она как-то пипец очень большая, блин, и реально немного бесит, отвлекает сильно тем, что она и моргает, и большая сильно. Так, я думаю, давайте с этой стороны поедем. Скорее всего, там должно быть 24/7, потому что мне нужно 24/7, чтобы броник одеть на себя и купить масок, потому что по-другому я не хочу пробираться. Я то подъеду, открою ворота и сразу заеду, но все равно, чтобы на мне была маска и броник. Маска для того, чтобы меня военные на карте не видели, чтобы я мог более-менее спокойно передвигаться на их базе. А второе, это чтобы меня так быстро не убили, чтобы видос получился интересным. Пацаны, если вы еще лайк не поставили, обязательно поставьте лайк. Так, все, вот я приехал, это 24/7, как я и говорил, вроде бы, да, я просто запомнил, что здесь 24/7 есть. Так, и нам нужен броник, так, купить, разное, бронежилет, армон, все, одел. Так, теперь нам нужно купить, получается, аптечки, маски, так, техника, блин, а где она покупается, я просто не помню, маска, прицеп, аптечки. Так, покупаем аптечки, так, купить, так, максимум можно 5 аптечек, давайте я вот эту команду запомню, потому что... Так, и вот маски покупаем. Все, и у нас все заебись. Можно теперь спокойно направляться воровать. Маску я одену сейчас, в принципе, когда буду подъезжать к военной базе. Ну, а там уже посмотрим, как пойдет, в принципе. Так, все, я включил мигалки, пишу маск. Мне похер, сколько там будет военных, я все равно проеду. Так, 10 минут, я специально купил 3 штуки. Так, все, сейчас, пацаны, будет жестко, реально. Просто еду, пипикаю, проезжаю, и начинается полная жесть. Зачем не может вертолет полетел, кстати? Так, я подъезжу к воротам, в принципе, сигналю. Так, давай. Есть, ворота открылись. Так, все, я не буду ворота закрывать. Так, это будет довольно-таки интересно. Так, военные вообще на нас внимания не обращают. Пацаны, я пробрался на военную базу. Я реально пробрался просто. Это реально очень круто. Это реально очень круто. Просто, пацаны, с вас обязательно лайки. Видите, здесь никого нету, блин. Мы даже военных толком не подролим. Но сейчас там на посту вроде стоят пару человек. Блин, хотя у нас сейчас 450, где все военные вообще гуляют, что ли, или что, я не понимаю. Ну, такое себе на самом деле. Так, давайте я скриншотик здесь сделаю быстренько. Так, там военных много, блин, они выходят. Так, быстро скриншот надо сделать. Так, давай, быстрее. Так, быстрее, это они бегут там. Быстрее, садись. Быстрее в тачку. Сейчас будет троллинг, короче, пацаны, все, включай мигалки, едем. Сейчас будет, короче, троллинг военных. Капец, их тут бегает много. Реально, мне это очень смешно. Смотрите. А, бегает. Давай, стреляй. Вот, сука, колесо пробил. Ну, такое. Ничего, у меня ремка есть. Часики в казино, чувака наказали. Ничего, мы еще тут попадаемся. Репкар, по-моему, репкар, да? Все, починил. Так, давайте. Че, я пробрался в военную базу, пацаны? Ну, нормально, че. Добрый вечер, я диспетчер. Лол. Блять, твою дивизию. Перевернись. Ну,
такое? Так, давайте я открою ее. Багажник. Блять, ёпту налево, взять. Бронежилет, нет, канистра. Так, где ремкомплект? Достать. Один. Все, закрываем. Так, садимся в тачку. Садимся в тачку и заводим. Репкар. Да быстрее заводись. Да пошел ты нахер, военный. Слышишь, дядя? Гуляй. Еще не выросли сосунки, блять, чтобы меня убить. Вот это четенько вообще, пацаны. Это реально четко. Так, ремку я уже одну просрал. Давайте я возьму еще одну, пока они меня не могут убить. Так, троллинг, пацаны, военных. Принц вас собит на лайки. Так, берем еще одну. Так, давайте, все, взял. Так, теперь можно ехать дальше их троллить. Блять, это реально четко просто. Я реально просто в строй к ним заехал, блять, и начал их троллить. Он мне одно колесо пробил, да? Одно переднее. Ну ладно, нормально, ничего. Сейчас еще попробую с них поиграть. С обошей я броника делаю. Они меня стреляли, но как бы убить они меня не смогли бы, по-любому. Но все-таки они, да, меня не убьют, по-любому. Ебать, я столбик остановился просто в миллиметрах. Видели, кто-то только что телепортировался просто по карте? Так, давайте я их еще затроллю, в принципе. Мне это не сложно, пацаны, с вас на лайки за такой контент. Просто троллинг военных. Так, давайте, чё? Ну такое. Лол. Реально это очень смешно, то что я троллю просто военных, и они не могут меня поймать. Ну меня могут за пробитое колесо да могут посадить. Ну ладно, ничего страшного. Чё, добрый вечер, господа, как говорится. Я тут тоже могу проехать. Давайте забор здесь откроем, чтобы может это тоже будет заезжать. Все, я на всякий случай забор открыл. Так, поехали дальше. А он сам закрывается, что ли? Слышишь, дядя? А, он в натуре, они сами закрываются. Ну ладно, в принципе, это, я думаю, нам не важно. Так, давайте еще потроллим их, в принципе, да. Уху! А, это реально угар просто. Так, иди в жопу. Реально очень смешно. Смотрите, они стреляют просто. Лол. Давайте, дети, давайте, ёпта. Чё, не можете меня убить? Ну такое. Давайте, ёпта. Погоняем. Смотрите, они за мной гонятся. Натуре, смотрите, они за мной гонятся. Давайте, дети. Реально троллинг просто, троллинг. Так, давайте я скриншот сделаю. Так, заводись. Давай, родная, я тебе верю. Есть, просто проехали дальше. Блин, у меня нету ремки, правда. Ну ладно, я зато скриншоты поделаю еще. Так, давайте погоняем от них. Так, едем сюда. Так, давай. Проезжаем. Что такое, пацаны, а? Что такое? Добрый вечер. Так, съебаем быстрее. Уезжаем от них. Бля, тачка заглохла. Давай, заводись. Не заводится. Заводись, давай. Она не заводится, они за мной едут. Так, поехали, давай. Все, я сломался. Так, убегаем. Так, сейчас буду эмить, ну такое. Давайте, стреляйте. Да это уже, мы уже не на военной базе, алло. Чего они мне стреляют, я не понимаю. Мы уже не на военной базе вообще. Ну такое себе на самом деле. Ну, видимо, они разозлились, что я их так троллил жестко. Но думаю, пацаны, с вас ставьте лайки. На этом я буду заканчивать. Если вы хотите, чтобы я украл у них танк и в итоге их тоже затроллил, потому что танк нельзя вроде бы как взорвать, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.